Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автолюбители продолжают жаловаться на ОСАГО. Банк России за 8 месяцев этого года получил 14 тысяч заявлений от недовольных, на 15% больше, чем за тот же период 2016-го. В основном обращения касаются невозможности оформления электронной автогражданки. Система выдает отказ, если обнаружит, что гражданин становился виновником ДТП. Банк еще раз напомнил страховым компаниям о недопустимости отказа в выдаче ЕОСАГО по каким-либо причинам. Трасса 101. За последние почти полтора десятка лет число автомобилистов в России выросло в 4 раза. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Левада-центром. По данным социологов, сейчас практически каждый третий житель нашей страны добирается до работы или учебы на личной машине. Популярность такси также увеличилась в несколько раз. А вот количество пассажиров автобусов, троллейбусов и электричек заметно сократилось. Трасса 101. Седан «Лада Веста» в топовой комплектации обзаведется полностью дисковыми тормозами. Сзади у машины сейчас барабаны. Кроме того, в салоне авто появится кнопка открывания багажника. Наконец, еще одно новшество – блокировка лючка бензобака при закрытом центральном замке. Этими и другими опциями будет обладать универсал «Лада Веста», продажи которого стартует в конце октября. Его начальная стоимость – 639 тысяч рублей. Минимальный ценник седана – 534 900 рублей с учетом скидок. Появились свежие данные по числу зарегистрированных в России электромобилей – 1100 штук. Самый распространенный электрокар, почти половина от общего количества – Nissan Leaf. На втором месте – Mitsubishi IMEF. На третьем – Tesla Model S. Затем идут Lada L-Lada, электрическая версия Lada Kalina, Tesla Model X, Renault Twizy и BMW i3. Добавлю, что власти нашей страны высказывают твердое намерение развивать данный вид транспорта. Трасса 101. В Саудовской Аравии женщинам наконец-то разрешили водить автомобиль. Соответствующий запрет действовал в стране с 1932 года. За его нарушение представительниц слабого пола наказывали крупными штрафами. Главный посыл для отмены табу – улучшение имиджа королевства на международной арене. Впрочем, точная дата снятия запрета – начало лета следующего года. До этого момента, не исключено, король может и передумать. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.